Всем привет! Добро пожаловать на мой канал и спасибо, что заглянули на это видео. Как уже понятно с названия, в этом видео я расскажу и покажу, как сделать несколько крутых фото, не вставая из кровати. Для того, чтобы сделать более интересным каждый кадр, нам понадобятся вещи, которые нас окружают в повседневной жизни. Практически все фотографии я делала с помощью штатива, и только в двух случаях мне помог муж. Первый вариант фото — это можно сидеть либо в пледе, либо в одеяле на кровати вместе с чашечкой чая или кофе, но желательно, чтобы у вас эта чашка была пустая, потому что ее можно случайно пролить на себя, в кадре это не нужно, и в кровати тоже. Можно укутаться либо в плед, либо в одеяло, но как по мне, то второй вариант выглядит более симпатичнее, когда ты укутанный именно в одеялко, которое добавляет еще какого-то объема, форм. Также для этого фото я сделала себе пучок объемный на голове, максимально небрежный, чтобы придать еще большего объема этому снимку. Следующий вариант фотографии — это сымитировать, как будто бы мы только-только проснулись, еще даже не вставая с постели, лежим на подушке. Еще такой лайфхак: вам не обязательно ложиться на подушку в месте, где она расположена привычно. Лично я переместила ее вообще на другой край кровати, потому что у меня именно в этом месте был удачный свет. Примерно полгода назад я начала коллекционировать журналы Vogue, покупаю практически каждый выпуск, и у меня давно была мечта сделать фотографию в окружении этих журналов. Разложила журналы на кровати, улеглась между ними и опять же таки попросила мужа, чтобы он сделал мне кадр. Еще один вариант фото можно сделать на углу кровати, для того, чтобы показать ее объем и придать фото большей глубины. Еще один вариант фото на кровати, и, пожалуй, мой самый любимый, это показать, как вы, сидя на кровати, занимаетесь любимым делом. Например, вы рисуете, либо читаете книгу, либо фотографируете. И не забывайте снимать крышку объектива. Можно также взять кисти для макияжа и попытаться с ними что-то прикольное сделать. Еще очень важное правило в таких снимках – это то, что вы должны выглядеть максимально естественно. Это должен быть максимально незаметный натуральный макияж. Прическа либо повседневная, либо выглядит, как будто вы только проснулись. Если придерживаться этого правила, то ваши фотографии будут максимально естественными и непринужденными. Ну и, конечно же, нам не обойтись без раскладок. Рекомендую их делать с предметов, которые вас окружают и непосредственно с вами взаимодействуют. Например, это может быть зубная щетка, зубная паста, ваш завтрак, книжка, которую вы читаете, фотоаппарат, с помощью которого вы фотографируете и так далее. На тот момент, когда я делала фотографии, у меня не было какого-то супер крутого, красивого инстаграмного завтрака, поэтому я взяла обычную овсянку, витаминки, ложку и водичку. Всего этого хватило мне для того, чтобы сделать простую, но в этот момент уместную и нужную мне раскладку. Этим видео я хотела сказать, что не бойтесь экспериментировать, даже если у вас ограничены возможности, но самое главное, чтобы у вас было желание что-то творить и что-то делать прекрасное. На этом у меня все. Надеюсь, это видео было полезно для вас, и до встречи в следующем видео. Пока!